дальше провожать не будем. Тебе уже 18-й. Начинается твоя самостоятельная дорога жизни. Может быть, не всегда будет она перед тобой гладкая. Мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги, а оно всегда выручит. Ну, сынок, ступай. Что вы, товарищи, учиться и работать трудновато. Давай, давай, со мной не пропадешь. Поздравляю. Инженер, это твоя заслуга. Что ты? Это мой долг. Не знаю, как и благодарить тебя. А вот так. Делай. Раз. А теперь бегом. Необходимо. Обмыть. Что вы, я не пью.
Да я не пью. За выполнение. Переуполнение. Друзья, еще по одной. Угощаю. Нет, нет, не пей. Дорогое, за ваше здоровье. Ваше здоровье. Пить за мое здоровье. Оно и так железное. Видел? И ничего ему не делается. Мое здоровье. Все выдержит. Правильно. Здоровье дороже всего. Хватит! Да провались ты. Хочу и выпью. Готов. А еще спортсмен. Поддержи только. Не бросай. Я больше никогда. Мы ясно. Грипп, инсульт, инфаркт. А нас повсюду говорят. Еще бы, брат. Еще бы, брат. Еще бы. Давай, пошли. Куда ты меня гонишь? К доктору. Пьете? И кто я? И нет. И курите. Самую малость. Это неправда. Ваше здоровье другое говорит. Ну что ж, плохо дело. Надо всерьез позаботиться о своем здоровье. Доктор, клянусь... Нельзя! Нельзя! Нельзя тебе! Что же можно? Манную кашку. Thank you.
помоги мне. Вопрос жизни. Я не люблю ее. Посиди. А ты меня щадил. Ну, плыви, что же ты? Не могу. Здоровье не позволяет. Подожди! Я сейчас! Вот, это тебе сразу укрепит. Легче тебе, а? Эта микстура тебе поможет. Ведь тебе лучше. А? Лучше, правда? Ладно, вот самое верное средство. Вы ничего здесь не находили, а? Вы ничего на дороге не находили? Отдайте, говорю. Что вы потеряли? А что вы потеряли? Почему конец? Это как к своему здоровью относиться?